Итак, всем привет, ребят, с вами опять я, Руслан, и сегодня мы продолжаем играть в Гиогу Ессер. Да, именно в Гиогу Ессер. Итак, начнем. И что мы первое видим? А первое мы видим Бразилия. Да, Бразилия. Наверное, Бразилия. Бразилия. Кстати, извините, что прошлое видео, как и обзор Гиогу Ессер, был очень мутный. Ну, я не знаю, с чем это связано, он сильно мутный почему-то. Дурбан это был. Ну, нормально. Так, это, по-моему, тоже Бразилия, если я не ошибаюсь. Давайте. Недалеко от Аргентины, вот тут где-то. Сан-Паулу. Румыния, Бухарест. А, Бухарест, да, может быть. Да, в Румынии такое много может быть. Румыния такая страна, там много таких, таких дач. Там все домики почти как дачи. Так, это, наверное, Мексика. Или Соединенные Штаты, я не знаю, вот тут недалеко нажму. Вот прямо совсем недалеко, вот тут прямо. Где-нибудь вот тут по дороге. О, господи. Италия. Офигеть, ребят, Италия. Офигеть. Смотрите. Флоренция. Вот прямо сюда курсором. Ну-ка. Да, вот это самая ненормальная дорога. О, господи, что это с дорогой? А, это она соединяется. Я думала, она как-то там прилипла. А, это без вопросов. Куда я нажал? Не нужно мне Сиэтл нажимать. Блин, я еще и на воду нажал. На воду же, да? А, нет. На берег. Ну, не на берег, а на... Ну, в общем, вы поняли. Так, это у нас было где-то вот тут. Давай. Давай. Нет, так я буду долго-то тут уйти. Вот. Это у нас был Оклахома. Ну, может быть, да. Бывает. Оклахома. Так. Это, наверное, у нас Норвегия. Норвегия. Ой, ребят, это невозможно. Ну, только нубы могут, как бы, не то ответить, да? Так, ну, конечно, это же другого не может быть. Только вряд ли это возле Сиднея. Сиднейский мост. Ну, ладно. Так. Еее, Финляндия. По-моему, это не Финляндия. Ну, это, наверное, Россия же, да? Нет, не Россия. Немножко странно так домики, прямо на какой-то такой, на таком каком-то песке, на котором растет трава, и у меня такое же мыло, как и у вас, из-за того, что я приблизил. Наверное, в Америке. Нет, нет, не возле Канады, подальше от команды. Да, команды, я хотел сказать. Ладно, так, ну это, ой, слушайте, это похоже очень на, да, это Финляндия. Без вопросов. Да, у нас 176 километров. Вот, все. А ну-ка, кстати. Вот так. А если я отдалить, то очень кажется, что вообще просто в тему. О, господи. А, тут сильно много флажков. Нет, я ухожу. Россия.
Очень похоже. Что? 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 Ладно. Финлёнд, это Финлёнд. Это определенно. Эй, куда же я нажал? Айносов нажал, кстати. Я просто нажал. Хотел нажать на Финляндию. А нажал... Нет, на воду нажал. Но возле острова. Может быть, это как раз на нем. Но хотя, вряд ли. Это на нем и это вообще куда-то. Давайте про... Нет, не... О, я еще и на Санкт-Петербург нажал. Прикольно. Нет, это Финляндия. Офигеть. А вот это... Ух, ребят. Я... Не могу догадаться без табличек даже. Хотя... Нет, сначала лучше покажите таблички. Ну, хотя я догадываюсь, где это. Ладно, все, таблички не нужны. А мне кажется, что это здесь. Да-да, именно здесь. Так, куда я тут? Уже. На какой дорожке как выглядит тропинка-то? А? Вот так, да? С таким вот немножечко кривым поворотом. Вот просто идет тропинка, немножко кривой поворотик. Ага. Тут такой, как бы, пока я не вижу, да? Я вижу только какую-то сильно кривую. Хотя... Ну, в принципе, вот. Хотя там какой поворот хотя бы? Сильный? А? Так, тут поворот идет. Потом вот так, да? Ух ты, слушай, эту... Это тут фиг найдешь, блин. Как-то вот тут. Вот. Похоже. Не совсем. Ладно. Вот тут. О, господи, офигеть. Без вопросов, Россия. И... Так, ребята, это у нас Россия. Да, ну может быть. Так, это у нас... Соединенные Штаты. Нет, это Тасмания. Нафиг это Тасмания. Я прибью Тасманию. Ребят, что же это и правда было? Ну-ка. Это все-таки была Нуэво Ларедо. Черно-белая фотка, кино. Давайте снимать кино. Советское кино. Австралия, наверное. Нет, в США любят снимать кино. Кино. В Нью-Йорке любят снимать кино. Кино.
Вот кажется просто, а как я нашел какую-то дорогу, да? Там, по-моему, даже нормальная дорожка, ничего страшного. А это кино, дорога, чтобы снимать кино. Даже дома киновские. Так, ладно, ребята, теперь у нас... Ага. В таком случае это румынская дорога. Музыка называется Time Lot. А теперь мы в какой-то заднице. Какой-то жопе тупой. А, в США, да? Да? Нет. Ну, теперь мы в России, конечно же. Россия. Соединенные Штаты. Вот это у нас, ребят, Франция. Нант. Знаете, такие дома. Ну куда я нажал, кстати? Не на дорожку ли? Надо на дорожку нажать. О, нет, это не дорожка, ребят. Или дорожка? Нет, это не дорожка. Дорожка тут у нас ровная. И с поворотом направо. Так, ровная и с поворотом направо. Ну, наверное, вот это. Сзади есть какой-нибудь поворот? Есть поворот, но это что-то вот на это похоже. Да, вот здесь, наверное. И... О, господи, это Франция, но я не угадал город. Лаваль это у нас был. Да, Лаваль. Сан-Пьер-дан-Мер-Фарвер. Комп сломал. Ага, тут у нас еще был поворот налево, оказывается, и поворот направо, и он, оказывается, был согнутый. Ну, я не знал, кстати, тут конец был. А это что за бред? Водяные кирпичики. Ну, это понятно, конечно же. Канада или ваша Мексика, вашу мать, я не знаю что. Прекрасно. Легко Россия. Нет, это не Россия, ребят. Тут сильно много деревьев, это нехорошо. Ох, блин, офигеть. Что за бред? Блин, офигеть. Даже дороги тут не было, да? А, нет, была. Да это... Вот сзади можете мне показать все. Спасибо, но я не могу догадаться, где это. Хотя, спасибо, подтолкнули, я могу. Блин, что я говорю вообще? Офигеть, ребят. Это вот Джонстон Сити. А, знаете, есть такой, кстати, это, есть такой, это, страна. Джонстон, сейчас я вам ее покажу. Вот, она называется Атолл Джонстон. Ну, хотя это остров, да, это остров. Остров называется Атолл Джонстон. А тут Джонсон. Не Джонстон, а Джонсон. Это... Так, ребят, в общем, я... Как
Короче, ребят, мне кажется, пора закругляться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, я подал боли харбола. Короче, пошли нафиг. Вау, как можно это не узнать? Ой, фу, он страшный, фу, бежим, бежим отсюда, байта. Это какая-то финема, либо бежим, куда мне нажать? Фу, фу. Нажми куда-нибудь в Бразилии, я не знаю. О, господи. Нет. Ух ты, класс, блин. Офигеть. Просто офигеть.